Совсем недавно по поручению главы города Бориса Гонцова представители депутатского корпуса и администрации Каспийска с рабочим выездом посетили городской рынок. В ходе проверки были выявлены некоторые нарушения. Разбитые дороги, ненадлежащее содержание торгового объекта и многое другое. За короткий срок до празднования Ураза Байрам удалось реконструировать асфальтобетонное покрытие общей площади около 600 квадратных метров и исправить канализационную систему. 18 апреля сотрудники муниципального контроля администрации Каспийска прибыли на городской рынок, чтобы провести итоговый прием работы. Подводя итоги проверки, специалисты отметили, что ливневки очищены, заменены все люки и многое другое. Отметим, что ремонтные работы были выполнены при помощи меценатов, бизнесменов и руководства рынка. Документальную базу и технику предоставила администрация города, а работу выполняла подрядная организация.